Всем привет, с вами опять Никитос. Ну что, ребятки, пришло время все-таки испытать 41.8-40 от дяди Наиля Порошина на холодный запуск. Я его уже пытался произвести на работе, но у меня сдох аккумулятор. Там прикуривали. А тут я дома. Сегодня у нас 25 градусов мороза. Можете посмотреть, если видно будет. Не знаю, видно, нет. В общем, сегодня 25. Это 20... Что у нас сегодня? Первое число. 21 число. 22. Нам обещают в районе 30-33 градусов. Завтра с утра встанем. Аккумулятор я занесу на ночь в тепло. И попробуем на холодную завести мою газель. Ну, давайте переместимся в завтрашний день. Ну вот и все, наступило завтра. Сегодня воскресенье, 22 число. Температура у нас за бортом. Давайте сам покажу. Опа! Сегодня утром маленько уже поднялась. Фокусируйся. 31. Было 32, когда я проснулся. Так, держи. Ну что, пойдемте попробуем завести газель. Ух ты, перчаток понабрал. Так, берем аккумулятор из тепла и пойдемте. Ой, снимай, не отвлекайся. Так. Снять капот, что я сегодня к ней даже не подходил, что не трогал, не открывал, допустим, что кто может сказать, что разогревал ее или что-то делал. Нет, это настоящий эксперимент, потому что если она не заведется, то я ничего не потеряю. Аккумулятор, жалко, уже 4-й год идет, уже слабенький совсем. Но ничего, он из тепла, на зарядке его погонял. Сейчас будем смотреть, перейдем в ту сторону. Так, плюс, минус, плюс-минус, плюс-минус. Так, ключный старт. Так, вот это у меня непростой крабик. Сейчас покажу. Ну-ка иди вот сюда. Вот здесь у меня стоит клапан, который отсекает бензин. Естественно, сейчас бензин отключенный, так как зажигание включено. Этот крабик подает на него плюс, чтобы перед запуском можно было накачать топливо. Чем мы сейчас позанимаемся? Мерзнут руки-то? Нет. Ну ладно, крепитесь, сударь. Так, подкачали. Так, отключаем. И вот сюда сними. Вот туда сними, что стоит. Ага, видно, 41.78 от Наиля. От дядьки Наиля. Привет, дядь Наиль. Испытание на холодный запуск. Отойди просто, в общем, снимай машину, да и все. Thank you.
41-78, дневный запуск, минус 32. Пожалуйста, как есть съемка онлайн, без остановок, все по-честному, безо всяких разговоров. До этого машина стояла, что у меня, 3-4 или 4 дня, не заводилась, вот как есть. Привет, с вами был Никитос, город Барнаул. До новых встреч!